Congratulations on the win tonight and also the UFC contract. Just curious what the emotion is like for you right now. И расскажи, что ты чувствуешь сейчас. Спасибо большое. Конечно, я очень счастлив, наконец-то добился этого. И теперь осталось охотиться за тупами. В общем, приеду домой, недельку отдохну чуть-чуть и начну усердно готовиться. Отдыхать времени нет очень. Thank you very much. I'm very happy and very glad I accomplished this goal. This is very important for me. And my next goal is start hunting on top in my division, tops in my division. I like it. A dominant performance from you, a first round finish. Are you satisfied with how you fought tonight? Очень доминирующая и впечатляющая победа в первом раунде у тебя была сегодня. Да, как все видели. Нет, больше опыта у меня, я был лучше в ударной технике, был лучше в борьбе, ну, как вы видели, и сабмишн тоже у меня очень хороший, разный. У меня очень большой опыт в грэпплинге, даже я выступал, поэтому я готов и в партере, и в стойке, и в борьбе, разницы нет. I was ready for all aspects in this fight. My striking was great, grappling, wrestling, and as you saw, I delivered great submission. And yeah, I was pretty confident. I was doing a great job. Nice. Finishing with a leg lock, was that something that you came in with the idea to use in this fight, or is it something you just saw in the moment? То, как ты финишировал своего оппонента рычагом колена, это то, что тебе пришло неожиданно в голову, или ты планировал так сделать? Ну, в раздевалке с своим тренером я ее сделал, он тоже сказал, в принципе, можно ее тоже попробовать. Поэтому я хотел пятку, скручивание пяток, поэтому он оттуда ушел, и я перешел на другую. Yes, we had a little practice right before fight in a locker room with my coach. He did one time, I did one time, and he said, yes, you could do that. Initially, I was planning to use a different element, but finally, we decided to use this one. Nice. Well, very impressive career record, a lot of finishes. You said you're starting to hunt for the top. Do you feel like you can be an immediate contender in the UFC, or will it take a little time to develop? Впечатляющее начало у тебя, впечатляющий рекорд, 12 уже теперь 13 побед. Ты чувствуешь, что ты находишься где-то в середине своего дивизиона, или это должно занять некоторое время, чтобы очутиться там? Ты думаешь, что ты находишься в середине своего дивизиона, или ближе к топу, или ниже? Как ты чувствуешь? Ну, конечно, мне надо много тренироваться, готовиться, выигрывать хороших бойцов и заходить топа. Но я скажу, где-то топ в 100 я уже вхожу, поэтому мне надо пару боев выиграть. Я уже, я думаю, мне дадут топовых бойцов тоже. Yeah, I'm thinking to do more training, more preparation. I'm feeling I need to do a couple fights more, and then we figure it out. And then I will looking forward and move myself. On that stair. Nice. Last question for me, I guess, is what's the perfect scenario for your UFC debut? Is there a date you want to fight, a name you want to fight? How do you want to move from here? Ну, что ты думаешь по поводу своего дебюта в UFC? Просто представь и расскажи нам. В принципе, я... Кого бы ты хотел вызвать? Кого бы хотел? С кем бы хотел подраться? Мне не важно, с кем подраться. Я готов драться с лучшими, только с ними ты растешь, поэтому я готов с лучшими драться. И, в принципе, я никакого урона ничего не получил в бою, я, в принципе, готов даже через месяц выйти подраться даже. Я приеду и начну, недельку отдохну и начну заново приступлю к тренировкам. I'm ready to fight like in about a month, and I think I have to fight with the best fighters. This is the only way how I can grow in my career. And I have no specific names, but just, yeah, I would like to challenge the best.